Светлана Светличная. Когда Светлана Светличная выходила замуж во второй раз, она и не думала, что разница в возрасте с мужем может что-то значить. Ее возлюбленный, бард Сергей Смирнов-Сокольский, был на 19 лет моложе. Однако их брак продлился меньше месяца. Актриса узнала, что Сергей ее не любит, а просто пользуется влиянием Светличной в корыстных целях. К слову, в пожилом возрасте Светлана Светличная тоже сошлась с молодым любовником Русланом Татьяниным. Разница в возрасте между партнерами составляла 41 год. Роза Сибитова. 53-летняя Роза Сибитова повстречала своего 40-летнего избранника Юрия Андреева прямо на передаче «Давай поженимся». Он пришел в качестве жениха в героине выпуска, но и в итоге сошелся с ведущей. Все у них складывалось, как в сказке, но в один момент Юрий якобы начал проявлять агрессию. Сибитова ушла, а бывший долго пытался ее вернуть, безуспешно. Екатерина Климова. Расставшись с Игорем Петренко, Екатерина Климова сразу же сошлась с актером Гелой Месхи. С избранником, который был моложе на 7 лет, артистка прожила всего 4 года. Одной из причин внезапного расставания называли как расхожести мнений из-за разницы в возрасте. Ирина Сотикова. В 2015 году актриса Ирина Сотикова вышла замуж за Алексея Красноцветова. Избранник был моложе ее на 14 лет, но казалось, что для их пары это не станет проблемой. Звезды кино мечтали о детях и строили планы на совместное будущее, но внезапно Ирина и Алексей разбежались. Оказалось, он выбрал другую. Наталья Лапина. Сначала актриса была замужем за иностранцем, но союз долго не продержался. Во второй раз Ирина Лапина выбрала себе мужа помладше. Американец Артур Уайнгартенер был на целых 24 года моложе. Казалось, вот оно, счастье, но супруг начал поднимать на Ирину руку. Она ушла от него и больше под венец не ходила. Галина Данилова. Одним из супругов звезды шоу «Шесть кадров» был турецкий экскурсовод по имени Сейхун. Мало того, что между супругами была грандиозная разница в возрасте, мужчина был моложе актрисы на 17 лет. Так Даниловой еще и пришлось тянуть семью на себе, работать в двух странах одновременно и за все платить. Неудивительно, что они не смогли долго жить в таком режиме. Лолита Милявская. Лолиту Милявскую и Дмитрия Иванова разделяли 11 лет разницы. Сначала казалось, что это сущий пустяк, ведь отношения прошли проверку временем. Звезда и фитнес-тренер были вместе целых 10 лет, но в итоге их пути разошлись. Дмитрия после этого моментально записали в альфонсы. Лера Кудрявцева. Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев были вместе 5 лет, что немало. При этом между ними было 12 лет разницы в пользу телеведущей. Сергей хотел развивать карьеру, а Лера грезила о семье. Певец стал меньше времени уделять возлюбленной и в итоге ушел от нее. При этом паре удалось сохранить дружеские отношения.